23 декабря на второй сессии Мариупольского городского совета бывший депутат и глава областной ячейки партии «Батьковщина» Александр Ярошенко предложил депутатам нового созыва поставить на голосование вопрос о признании России страной-агрессором, а ДНР и ЛНР – террористическими организациями. Вчера политическая партия «Батьковщина» подала проект постановы, он у меня есть и зарегистрирован, о том, чтобы депутаты городского совета, и вы можете, как мэр города Мариуполя, сегодня на сессии, я не нарушаю регламент, я специально перед сессией не выступал по этому вопросу, вынести вопрос этот на сессию городского совета о том, что Россия страна-агрессор, ДНР, ЛНР, террористические организации. Проект постановы я могу вам дать. Это первый вопрос. На той сессии, на той каденции городской голова от себя, это по регламенту, вынес вопрос, независимо от того, что он стоял на повестке. В ответ городской голова Вадим Бойченко заявил, что депутаты предыдущего созыва уже приняли это решение. Оно является законным и, по мнению Бойченко, не требует повторного голосования. Спасибо за вопрос. С точки зрения, это мое глубокое убеждение. Сессия уже голосовала за этот вопрос. Это законное решение. Соответственно, не требует какого-то еще раз вынесения на сессию городского совета. Мы тогда должны выразить все вместе взятые, выразить недоверие предыдущему созыву и всем депутатам, то, что то решение было проголосовано. Мы не можем постоянно голосовать данное решение. Это неправильно. Машка, вот проект решения, я вам кладу на стол. Пожалуйста. Александр Саныч, к сожалению, вас не было на первой сессии городского совета. Вы набирались сил за границей, где была четко объявлена позиция городского совета и городского головы в частности. И я уже по этой позиции высказался. Это поблизости. О том, что Мариуполь это Украина, все прекрасно знают. Без вас. Публично. О том, что Россия агрессор. Пожалуйста, поставьте проект постановы у вас. Вы как городской голова по регламенту можете поставить. Еще раз говорю, по регламенту мы должны были, это первое, отработать в комиссии. Второе, я не вижу, как городской голова, необходимости повторно голосовать. Потому что сессия городского совета, еще раз предыдущий мэр, она проголосовала за данное решение. Подтвердить решение той сессии, Коллеги, давайте двигаться дальше, я так предлагаю. Вопрос на утверждение сессии поставлен не был. Ранее журналисты уже интересовались мнением нового мэра относительно признания Российской Федерации страной-агрессором. И он заявлял, что данный вопрос может быть вынесен на повторное голосование новым городским советом. Я хочу сказать о том, что Украина, вы знаете, признала этот факт, признала сессия городского совета Мариуполя. Я думаю, если мы хотим еще раз повторно вынести этот вопрос, давайте давайте сформируем проект решения, обсудим его с депутатами и выдвинем, и, соответственно, проголосуем.